Короче, вот этот проход активируется протоколом Фантом. Я его открыл уже. И там... И там творится полная жопа. С которой я не могу никак справиться. Я вообще зря сюда пришел, надо... Надо сначала аспекты поменять. Потому что этот босс, он... Жирнее финального, наверное, даже. Пойду аспекты поменяю, вернусь. Вот здесь вот где-то... Обелиск был далече. Так, вот это мне не надо, там будет. Мне надо. Дополнительный критический урон. Что за дополнительный, блядь? Ой, что там написано-то? Так, почитаем. Скрытные убийцы научились извлекать максимальную пользу из каждого выстрела. Умение точно поражать связи вместо цели повышает эффективность в бою. Очень дополнительный критический урон. Что за дополнительный? А это Джазби. Усилит оружие на 10 000%, но вы только при добивающем ударе. А, добивающем. Я, может, неправильно все это... Может быть, неправильно все это истолковывал. Что значит добивающий удар? Это, то есть... Что значит добивающий? Это последний, вообще-то говоря. А как интересно, система рассчитывает, последний это удар или нет? А? Ни хрена не понятно. Честно говоря. Ну, то есть тут вообще непонятно, что значит добивающий. В русском языке добивающий удар — это последний удар, блять, всегда был нахуй. А как система может понять, последний это удар будет или нет? Допустим, дробовик имеет 100 урона, так? И у босса, допустим, осталось 100 здоровья. Тогда нахрена этот усилитель нужен? Он его и так добьет без 10 000%. А если 10 000%, 100 урона, это 10 000 урона. А ни у одного босса, по-моему, 10 000 здоровья нет. То есть первый удар должен быть добивающим. Логика, блядь. Где логика, блядь? Господа. Или я опять что-то не понял? Наверное. Так объясняют, что хуй поймешь опять. Ладно, пофиг. Будем биться.
Это что такое, блин? Куда ты прыгаешь, да он, блядь? Я вперед жму. С этим добивающим ударом прикольно. Тут жутко напрягала эта тварь, которая зеленым херачит. Вот это вот, блядь. Да ёб твою мать, куда ты, сука, целишься, пидор? Это просто пиздец какой-то. Давай, 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 чуть-чуть осталось, блядь. Падла. Да стреляй, блядь! Да, блядь. Наконец-то, бля, я его завалил. Элит, мне кажется, или указ съемка сейчас. Ну нет, тут не дали опять нифига хроматическое протокол, этот градину.
Это значит, я какого-то босса не убил, получается. Или у меня еще другое предположение есть, что эта градина падала с того кренделя, который сундук обещал, но не дал. Сука. Потому что я вообще ума не приложу, где эту градину брать. Я вроде уже все обошел. А протокола нет таких. Ну ладно.